В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Льготные путевки и компенсация затрат. Как сэкономить на летнем отдыхе детей? С юбилеем! В Саровском драматическом театре прошел торжественный вечер, посвященный 70-летию его образования. Команда Сарова против сборной Нижегородской области. Состоялся 5-й турнир по боксу на Кубок Рафиацниев. Далее расскажем обо всем подробно. Злоумышленники украли из гаража саровчанина имущество на сумму около 40 тысяч рублей. Владелец не обнаружил электроинструменты, сварочный аппарат, канистры с антифризом и другие ценные вещи. Чтобы попасть в помещение, похитители сорвали замок, а на его место накинули другой. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Разбросанные бутылки и мусор на газоне – это последствия бурного отдыха саровчан в одном из ночных заведений старого района. Подробности такого досуга полицейские узнают из заявлений, которые поступают в дежурную часть. В одном из них саровчанин попросил стражей порядка найти велосипед, на котором он приехал в тот самый ночной клуб от друзей, чтобы продолжить веселье. С его слов первоначальных, велосипед он поставил на балконе данного заведения. Потом танцевал, пил, отдыхал. По закрытию заведения вышел, велосипед не обнаружил. Полицейские провели проверку, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что в заведении мужчина заходил уже без велосипеда. Пропавший двухколесный транспорт нашелся достаточно быстро. Данный велосипед был обнаружен в метрах 150 от данного заведения, пристегнутым к бордюру около проезжей части. В минувшие выходные сотрудники все того же клуба вызвали наряд полиции, чтобы усмирить двух молодых людей, которые в состоянии сильного алкогольного опьянения порезали себя осколками от стеклянных бутылок. После того, как медики перевязали раны, юноши отправили в полицию. Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. С 22 апреля начался прием заявлений на организацию отдыха школьников города в детском лагере «Березка». В этом году вступили в силу новые правила, и приобрести путевки по сниженной стоимости для своих детей могут все категории граждан, независимо от места работы. В связи с этим увеличилось и количество льготных мест. Подробности в следующем репортаже. В этом году отправить своего ребенка в лагерь «Березка» станет проще и дешевле. В оздоровительно-образовательном центре проводят несколько недель летних каникул дети с 6,5 до 15 лет. С 22 апреля по льготной стоимости, а именно за 5200 рублей, путевки смогут приобрести более 200 пап и мам, независимо от того, в какой организации нашего города они работают. Количество мест ограничено, очередность будет определена по дате подачи заявления родителей с приложенным пакетом документов. Это копия паспорта родителя, а копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, справка из школы. Тем родителям, которые отправят своих детей в санаторно-оздоровительные лагеря Нижегородской области России, полагается компенсация части затрат на приобретение путевки. Специалисты Департамента по делам молодежи и спорта рекомендуют написать заявление на возмещение потраченных денежных средств как можно раньше. В 2019 году размер данной компенсации составляет от 11 600 рублей до 13 300 рублей. Количество средств ограничено, очередность получателей будет определена по дате подачи заявления родителей. Реестр детских оздоровительных лагерей размещен на сайте turcentr.rf.ru. Также можно обратиться за помощью в выборе лагеря к специалистам Департамента по делам молодежи и спорта. Елена Грицкова, Владимир Лисих, служба новостей Саров-24. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому водителей, скрывшихся с места ДТП, будут привлекать к уголовной ответственности. Теперь, если водитель спровоцировал ДТП, в котором люди получили тяжелые травмы, и скрылся с места аварии, то ему грозит до 4 лет лишения свободы. В случае смерти человека наказание будет от 2 до 7 лет колонии. А если жертв больше, от 4 до 9 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородском главке запустили телефон доверия, по которому граждане могут сообщать о нарушениях их прав и законных интересов стражами правопорядка. Обо всех таких случаях можно сообщать по номеру 8 831 268 68 68. Все обращения регистрируют, передают компетентным сотрудникам и установленный законом срок сообщают заявителям о принятом решении. В Сарове подсчитали число брошенных автомобилей. На днях департамент городского хозяйства провел проверку и выявил 10 разукомплектованных машин. Фотографии автомобилей опубликованы на сайте sarov24.ru. В случае, если до 14 мая собственники не уберут автохлам, машины переместят на платную стоянку, а затем утилизируют. В департаменте городского хозяйства напоминают, что обо всех брошенных автомобилях саровчане могут сообщать по телефону 9 77 29.
27 апреля в спортивном комплексе «Юниор» пройдет открытое первенство Сарова по художественной гимнастике. Турнир под названием «Весенние ласточки» стартует в 13 часов. В 14.15 начнутся показательные выступления. Церемония закрытия соревнований запланирована на 17.30. Поздравления труппе, награды актерам, подарки театру. С юбилеем творческий коллектив поздравили депутаты ЗАГС Собрания Нижегородской области, представители администрации и ядерного центра. Почетные грамоты актерам вручили от имени губернатора и Министерства культуры региона. На торжественном вечере, посвященном 70-летию театра, побывала наша съемочная группа. Актеры, режиссеры, художники, костюмеры, бутафоры. Для гостей вечера это была редкая возможность увидеть всю труппу в полном составе. На сцену один за другим выходили служители Мелипомены. В день рождения Саровского театра именно они получали поздравления и награды. Те, кто увлекает зрителя в удивительный мир драматургии. Создают для нас потрясающие смыслы, потрясающие эмоции. И в этом плане мы им всегда благодарны, мы всегда ждем встречи с ними. Поздравления с юбилеем и пожелания новых творческих успехов выразили представители законодательного собрания региона, руководители города, ядерного центра и наградили работников театра почетными дипломами губернатора области, грамотами Министерства культуры региона и Сарова и благодарственными письмами. Мы свидетели того, как под этим куполом дружно уживается и классическая постановка, классический театр, и совершенно новое прочтение уже известных нам пьес с какими-то арт-идеями, порой очень спорными для нас, более взрослого поколения, но так понятно это все молодежи. И это, конечно, огромная заслуга всего коллектива театра. За 70-летнюю историю театра на его подмостках играли и помогали ставить пьесы не одно поколение талантливых актеров, режиссеров, концертмейстеров. На юбилейном вечере вспомнили поименно и отдали дань памяти ушедшим коллегам. Века сменяются, века текут мгновенья, как реками шпильных бархатных улиц выходит каждый мегатист. Продолжился праздничный вечер ретроспективой спектаклей, которые в разные годы были поставлены на сцене театра. Поклонникам показали архивные постановки саровской труппы. Зрители увидели историю родного театра через призму мировой драматургии от античности до наших дней. Пьесы одной эпохи плавно переходили в другую. Как это можно? Жениться на ком попало? Безрассудная молодость. Белая горячка. Старшее поколение могло оценить мастерство актеров и сравнить с постановкой прошлого века. Те, кто помоложе, получили редкий шанс увидеть отрывки из спектаклей, которые, возможно, никогда больше не будут ставиться на саровской сцене. Елена Грицко, Владимир Листик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24. В детской библиотеке имени Пушкина прошла традиционная ежегодная 9-я по счету акция «Библиосумерки». Дети и их родители приняли участие в различных интерактивных площадках, творческой лаборатории от актеров Саровского драматического театра. Темой «Библиосумерек» в этом году стали театральные пазлы. Подробности далее. Парад в маскарадных костюмах, мастер-классы по изготовлению масок и театральной бутафории, игры, конкурсы, пантомимы. Гости Пушкинки могли найти для себя дело на любой вкус и возраст. Главной темой объединяющей площадки «Библиосумерек» стал театр. Посетители не только познакомились с историей этого вида искусства, но и узнали больше о саровской драме. И мы очень старались, чтобы сегодня на наших площадках тема театра была раскрыта интересно, нетрадиционно, и так, чтобы действительно детям и взрослым была возможность не только что-то новое узнать о театре, в том числе и о нашем городском театре, который отмечает юбилей, но еще и самим попробовать себя в самых разных ролях. Примерить на себя роли домашних животных, птиц и даже облака дети смогли на площадке «Экспромт-театр». Надев на себя маски, ребята при помощи мимики и движений сыграли небольшие спектакли. Тема театра, по мнению библиотекарей, всегда будет интересна детям. Ребята могут показать свое мастерство, проявить свои возможности, свои способности. А еще, наверное, потому что дети любят сами смотреть на игру актеров и любят сами выступать и показывать свои умения. И, наверное, потому что дети могут сами побывать в этом сказочном мире. «Библиосумерки» всегда вызывали у горожан большой интерес, и этот год не стал исключением. Вечер, проведенный в библиотеке имени Пушкина, оставил как у детей, так и у взрослых приятные впечатления. Участниками акции стали более 700 человек, и каждый нашел себе занятие по душе. Весело, интересно, да, но очень динамично, детям нравится, все очень творчески. Мне понравилось, что здесь нужно пазл собирать. Игра очень хорошая, мне понравилось. Мне очень понравилось петушком в сказке быть. Больше всего мне понравилась площадка, где мы делали маски.
Завершив «Библиосумерки», сотрудники Пушкинки начали подготовку к следующему масштабному проекту – НЛО или научная лаборатория открытий, которая будет проходить во время летних каникул. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24». Традиция проводить турниры по боксу на призы Федерального ядерного центра в НИИ зародилась еще в середине прошлого столетия. Каждый раз на ринг выходят только лучшие спортсмены закрытого города и страны. О том, кто в этом году отстаивал честь Сарова на ринге, выясняла наша съемочная группа. 14 боев на ринге и беззаговорочная победа спортсменов из Сарова над сборной командой боксеров Нижегородской области. Таковы результаты традиционного турнира по боксу на призы Федерального ядерного центра. В борьбу за главный трофей соревнований вступил Саша Карасев, молодой, но перспективный боксер. Свой бой он начал активно, полностью доминируя над своим оппонентом. К финальному удару колокола подошел с абсолютным преимуществом. Бой за честь города спортсмен считает важным в своей карьере. Он важный, очень важный, потому что у меня таких больших соревнований не было. Вот, это первый мой раз. Для Максима Авдонина из Нижнего Новгорода соревнования не в новинку. За спиной у 15-летнего боксера уже 5 подобных выходов на ринг. На этот раз спортивная удача от юноши отвернулась. Бой за звание лучшего для него получился тяжелым и закончился поражением. Однако спортсмен не расстроился. Во-первых, он получил незабываемый опыт, а во-вторых, проиграл красиво, а это дорогого стоит. Бой прошел хорошо, мне очень понравился соперник. Он очень хорош. Второе место тоже хорошо. Конечно, не первое, но второе место тоже хорошо. То есть... Не обидное? Нет. То есть такому сопернику не обидно проиграть. Праздник спорта получился не только для боксеров. Каждый удачный удар, блок или серия зрители встречали бурными аплодисментами и поддержкой, независимо от того, какой спортсмен лидировал. По мнению организаторов, проводить подобные турниры необходимо как можно чаще. Это поможет не только развивать совсем юных боксеров, но и даст возможность спортсменам-любителям держать себя в хорошей физической форме и тонусе. На самом деле бокс, он приучает с детства к преодолению трудностей. И как многие думают, что бокс – это драка, бокс – это не драка. Бокс – это реально умный бой. Единый, где кроме силы должен боец думать головой. И если этого симбиоза силы и ума нет, то боксер профессионально никогда не получится. Турнир по боксу остался позади. В этом году спортсмены Сарова показали высокий уровень подготовки. В следующий раз им придется вновь отстаивать звание победителей. А для этого готовиться придется еще больше и упорней. Кирилл Васинин, Владимир Листик, служба новостей «Саров-24». Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите истории тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Анатолий Васильевич Веселовский родился 14 марта 1933 года в городе Гороховец. Он учился в школе на отлично, а в свободное время отдыхал с одноклассниками на пруду и ловил рыбу. Когда началась Великая Отечественная война, Анатолию Васильевичу было 8 лет. 22 июня 1941 года после завтрака мы с ребятами пошли на Клязьму. Взяли с собой удочки, наловили там где-то к обеду довольно приличное количество рыбешек. Довольные возвращались к себе домой. Подходим с этими куканами, и вдруг видим такую картину. Стоят группа мужчин, курят цигарки самосад дымный, пахучие женщины плачут. Мы спросили, что случилось. Сказали, война с немцами. Война объединила всех людей, независимо от социального положения, объединила горем, слезами, несбывшимися надеждами. Она забрала близких у каждого. На фронт шли все, кто мог держать автомат в руках. Мужчин возраста до 50 лет призывали в армию. Молодых женщин брали в армию. Значит, ввели хорошую систему. Уже после войны Анатолий Васильевич окончил 10 классов и поступил в авиационный институт. Сначала он выбрал строительный факультет, но после передумал и отправился учиться на механика. Захожу в кабинет. В центре сидит генерал-майор авиации. Он спрашивает меня, почему ты поступил в авиационный институт? Я рассказал, что считаю, что сейчас авиация... Самая прогрессивная у нас техника,
где, так сказать, рождаются новые самолеты. После института Анатолия Васильевича по распределению отправили в наш город. Он лично принимал участие в 76 испытаниях ядерных зарядов и был в составе бригады, которая разрабатывала и проводила испытания самой мощной атомной бомбы.